выбрал мэны, бизнесмены, политики и спортсмены. Теперь президент и душа всей компании. Он был пограничник в высоком звании. И четко бойцы соблюдали уставы. Когда был Гусаинов, начальник заставы. Изящные девушки, фэшн-модели, милые гламурные на самом деле. Одеты в обновки, летают в Майами, они посыпают в какой-нибудь яме. На первой Тверской у метро Белорусской, почти в самом сердце земли нашей русской, работают дружно модели-таланты, девчонки-красотки и парни-атланты. Всего вам самого лучшего, Вадим Борисович.